Будем пробовать еще раз. Но ставка за 300. Будем пробовать сейчас. Хакеры Фенги. Ультрадавние. О, да. Так. 200. Короче, берем так, берем. Это, конечно, очень круто. Что у тебя там? Быстрое снабжение, 200 единиц. Че он взял? Окей. Спам упал. Да. Нормально, шарики рассыпаются. Какое-то же дерьмище просто. Они не могут подойти к толстым юнитам, а на маленьких они бесполезны. Эй. Да нажми уже, чел, что ты ждешь? Спасибо. О, вышечку убьют. 500 урона сюда. Ладно, что-то жесткое, убивать их как-то. Могу ли я взять хакеров? Сразу можно взять хакеров, можно продать шары. Взять у него это, и на дальность нас не хватает. А, подожди. Не, лучше здесь все-таки поставлю. Логика такая, что здесь тоже будут кроулеры. Правильно, правильно. За 200 апгрейдов нету. Оставим еще пачку фенджиков. Так, на случай, если он в спину что-то кинет. О, пошло. А, ну здесь, конечно, спам не разобрали. Отстой. Что мне дать фэнгам? Дальность или что? Чтобы они спам этот разобрали. Дальневидящий. Дальневидящий. Здесь написано провидица, тут дальновидящий. Что-то не пофиксили. О, нормально, кстати. Барсуки сжигают спам. Хакеры захватывают. Гениально. Вообще гениально. Так. Вы. Да, вы. И сможет, кстати, с... А, не надо не убивать. Дальность 60.
Что взять? Херам дальность, наверное. Еще одного хакера сюда. Что-то выйдет или не выйдет у нас. А, еще одна пачка. А барсуки закончились. Отстой. Отстой. Тут, конечно же, я не успею. Хоть это и самый сильный, но. Слышка. Ненавижу, пушеров. Взять поджог можно, тогда спам его не пройдет. Его спам просто не пройдет. Бомбардировочку давай тебе сюда. Снайперы полягут. По идее, мне нужно вот этот поджог. Но пока что возьмем просто дальность, наверное. Хакеры вообще не качаются. Аноним, спасибо большое. Оказывается, захватом экрана все это время стримил. Ну давай. Ого. Абибас. Lion, no nah beg no friend from none of them. You fire burn the whole of them. Little lion, nah beg no friend from none of them. So do not get me rotty, through them with karate. Real things sell out, say you're my eyes and monarchy. So do not get me rotty, through them with karate. Квартир наш. Теперь нужно качнуть левел и щиты. Минус все бабло. Это плохо. Так, это не сработало. Сколько раньше? 150? 125. Ладно, продавать. Я не думаю, что какая-то польза от этого будет. Бомбочки осы. Ну, осы на самом деле такое себе. Осы мы сейчас быстро вынесем. А почему я по осам не стреляю? Давай, хакер, захватывай, успевай.
Ну отстой, немножко не успел захватить. Ой, боже. Почему? То есть я кучу юнитов, кучу фэнгов с дальностью качнул в Т2, и они не могут разобрать этот спам. Что? Почему барсуки так медленно убивали спам? Что вообще? Что, напрашивается огнеметчик с барьером? Какой смысл? И огнеметчика, и барсуков ставить, да? Так, ладно, стоп. Я могу сейчас нажать. Вот так. Ну, блин, что там у нас? Вот, давай на тебя поставим эту штуку. И нажимаем на вас щит. И теперь вы ебически танковые, правильно? Теперь мы заходим, заказываем Т2 хакера сюда. Блядь, не на того повешал, кстати. Сюда. И еще фэнгов сюда. И нихуя не берем им. Давай дальность возьмем. Осы с уроном по земле. Почему они не умирают? Я не понимаю. Опа, захватили. Пошло дело, пошло сразу. Все, нормально. Хорошо, что я не стал захватывать, точнее, брать какого-то огнеметчика со щитом. О. Все, сейчас изи выиграем. Сейчас еще на фэнгов возьмем скорострельность. Вообще охренеют. Две пачки мустангов я могу взять. Чтобы дополнительно выносить им мозг. Но он большую ставку так-то сделал. Можно взять ПРО на них. Тогда в первую очередь буду выносить их. ОС. Одну пачку поставим сзади, потому что он может вот это вот говно свое сделать, типа. Это повысим. И предлагаю еще 2-2 хакера взять. Надо ли? Надо ли? Типа, о! И типа еще... Фэнги, подожди, 500. Кредит. О! О! Нормас. Опять он бомбочку свою ставит. Окей. Еще здесь бомбочку. Зачем? Он что, не понял, что у меня щитов много? А можно мустанги будут стрелять по воздушным целям? Я же специально взял их для этой штуки. О, на арту взял, кстати. Почему не захватывает? Что за бред? Там же раньше 150. Вот и все. Закончились деньки твои. А он думал, что победа так близко. Пукакеры перевернули. Фэнги убили 113 юнитов. Больше всего.